Всем привет! Меня зовут Мария, я из Нижнего Новгорода. Поздравляю нас с днем рождения. Желаю нам успехов и процветания. Для меня Юта — это друг, музыка, талантливый артист, который заслуживает нашего внимания и поддержки. Я благодарна всем за то, что уже 2 года мы заняты одним общим делом. И надеюсь, что в следующем году обязательно встретимся на сольном концерте Юты. Всем привет! Меня зовут Мария Радуга. С творчеством Юты я познакомилась в 2003 году. Оно очень многогранно. Здесь можно найти песню на любой вкус, любое настроение и любое время года. В сообществе Айлен Юта я занимаю не первое и не последнее место. Занимаюсь любимым делом и надеюсь, что когда-нибудь просто хобби превратится в профессиональное занятие. Всем привет! Меня зовут Александр, мне 31 год. Для меня Юта – это в первую очередь талантливая певица, талантливый композитор, мама 3 детей, ну и просто красивая женщина. Для меня фан-клуб Айлен Юта – это в первую очередь все больше новых и новых друзей. Маминый привет из Нижнего Новгорода. Меня зовут Анастасия. И если меня спросить, что для меня значит творчество певицы Юты, то я скажу – это человек, который легко и изящно вошел в мою жизнь. И человек, которому легко можно адресовать слова из ее же песни. Ты заставляешь меня радоваться и наполняешь смыслом желанием жить, искать себя. Спасибо. Благодаря творчеству этой прекрасной певицы я оказалась в фан-клубе Айлен Юта. Здесь я нашла прекрасных собеседников, настоящих друзей. Я прекрасная поле, и не просто поле, а плацдарм для творчества и радости. До свидания вам!